Еще 20 люберецким школьникам вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации. Я получила свой первый паспорт. На самом деле это очень здорово, потому что я чувствую себя теперь взрослой. В торжественной обстановке свой первый взрослый документ получили ученики 27-й школы. 20 юных жителей городского округа, которым исполнилось 14 лет, стали полноправными гражданами страны. Вместе с паспортом каждому школьнику вручили Конституцию России. Со знаменательным событием юношей и девушек поздравил глава городского округа. Это такой первый шаг во взрослую жизнь. И, конечно же, это самое главное, что? Самое главное – это ответственность, которая вместе с этим документом дополнительно на вас, как на граждан, возлагается. Об этом всегда нужно помнить. Ребята, берегите, цените этот документ и не забывайте об ответственности.